Доброе утро, друзья. Вчера три раза выходила подметать. Посмотрите, какие горы снега опять. А это уже шмяченько мой тут прогулялся на улицу. Вот. А теперь вот пришел и сидит, ждет, когда я его впущу. Да, мой дорогой? А я сейчас буду опять подметать, чтобы уже утром было подметено. Вроде снег закончился. И сегодня, вчера было минус 10, сегодня плюс 0. Пока 0, но обещают нам 5. И я представляю, что из этого получится. Я, как видите, возле дома только чуть-чуть очистила. И шмяк вон тоже ходил вчера вечером прогуливаться. Прогуливается вот туда, под эту самую подтую. Всегда можно найти, где это мой шмяк гуляет. Домой не пошел. О, смотрите, играет как. Я взяла щетку, и он выскочил тоже играть в снежку. В снежке. Шмячонька! Шмячонька! А, что ты там нашел? Травку нашел. Нашел травку. Ой, кому нужен был этот уже снег? Сейчас в марте. Мне сегодня надо идти за своими книжками. Но я посмотрела, еще одной книжки нету. Странно. Две заказывала сразу и везут с разных мест. Поэтому, о, слышите, скребут тоже. Рядом соседи чистят. Шмячок, шмячок. Куда ты пошел? Тоже, видите, вокруг дома ходят, следы видны свеженькие. Шмячок, пошли домой. Шмяченька. Ноль внимания. Вот уже упорливый кот. В ноль внимания. Так, почищу быстренько и домой. Холодно стоять. Ну что, мои хорошие, я дома. Натопталась. Пришла, сапоги промочила, ноги промочила. Я же вам показывала, что у нас на улице творится. Но тут у нас по нашей улице снег, который вот я прочистила у себя во дворе и немножко уже прочистила на прямую улицу. А вышла туда к автобусной остановке, там страх, что делается. Вот, ну что, идти-то надо, вот. Мне уже моя Света говорит, купи резиновые сапоги марка. Говорит, там снизу резина, а потом сверху что-то там еще. Я говорю, ну уж не знаю. Вот оденешь, говорит, спортивные штаны. Куртку и вперед. Я говорю, ну нет, это будет уже очень смешно. В общем, находилась я, девчонки, поехала. Пошла я в Валберес сначала, забрала свои книжечки. Удивилась, что вот эта вот книжка такая малюсенькая. Как-то, когда они рядышком были, они были одного размера на странице. А на самом деле вот такая. Я потом их раскрою, вам покажу, конечно. Вот. Потом с Валберес я пошла к Светику. Отдала я ее заказ, потому что она заказывала, я же вам показывала, она заказывала себе освежитель воздуха. И потом уже через весь рынок пошла за продуктами. Нашла на YouTube очень интересный рецепт салата. И вы знаете, вот сегодня появилось солнышко, но такое красивое солнышко, вот, а утром был еще снег шел. И мне так захотелось чего-нибудь зелененького, и я там нашла рецепт. Значит, пекинская капуста, крабовые палочки, огурец и что это там? И кукуруза. И все это с майонезом. Но у меня ведь ничего нету, кроме кукурузы. Вот. И еще у меня есть майонез, но он открытый очень давно, и есть что-то прямо как-то мне страшновато. Страшновато его есть, поэтому я решила, что мне надо купить свежий. Да, еще пришла посылка сегодня с AliExpress. А другая интересная посылка пропала. Пропала, а не дает, продавец взял, продлил. Мне еще на целый месяц. Сидите и ждите. Два отождали, ждите еще.
Вот. И не дает мне открыть спор. Пишет: проверяйте, она к вам идет. Где она идет, кто ее знает. Так, ну и что же я купила? Купила вот такой вот майонез комаком. Брала маленькую для того, чтобы вот сделать пару раз салатик и их и пакетик выбросить, чтобы не лежал, потому что я редко майонез ем. Вот, взяла крабовые палочки, ну такой большой пакетик, 200 грамм. Сейчас кто-нибудь обязательно под видео напишет, неужели вы все это съедите? Вот, сметану Брест-Литовскую, взяла маленькую. Сырочки 5 штук, коровки, очень нравится мне эти сырочки, сырочки по 55 копеек. Точно вот такая сливочная сверху оболочка, вот желтенькая, очень вкусные сырочки. Ну, пекинскую капусту на салат. И в одном месте посмотрела, подешевле огурцы. Огурцы по 3 рубля. Ну, я говорю, дайте мне один огурец. Думаю, ну, мне салат сделать как раз... Так, а что это он тут не хочет вылазить? А на салат мне этого огурца, говорю, хватит. Потом, когда пошла в другое место и стала покупать пекинскую капусту, там смотрю, по 2,50 огурцы. И вот такие симпатичные, маленькие, там-то тот длинный, наверное, парниковый такой огурец. А здесь такие красивые огуречки с пупырышечками. Ну, я еще 0,5 килограмма купила этих огурцов. И последний мой заход был в лавку с хлебом. Хотела взять 0,5 батона, потому что у меня есть сыр, у меня есть... так, это тебе надо хлеб? Не лезь. Вот, у меня есть колбаса копченая. Думала, как батончик мне как раз вот на бутербродик. Увы, все уже разобрали. Еще первый час только, а уже все разобрали. Но большой батон я не хотела брать. Вот, потому что он у меня, думаю, что он как почерствеет, я его и есть не буду. Потом понесу птичкам. Поэтому я взяла вот такую вот плюшку. Плюшку-витушку. Вот. Она мягенькая-мягенькая. У нас же теперь хлебушек продают. Весь хлеб и батон, все в целлофанчике. Как начался этот вирус ходить, все теперь упакованное. Ну, я пощупала очень мягкое. Очень мягкое. С утра, наверное, было вообще тепленькое. Ну, и, конечно, девочки, я пошла к Артуру. За конфетами и за печеньем. Думала, там есть... Они, может, получили эти мои вот эти вот... как же они называются? Слоеные такие вот ушки. Она говорит, нет, не получили. Могу дать то, что вот в прошлый раз покупала с лимонной начинкой. Но я решила их не брать. Думаю, возьму тип-топ, по-моему, назывались, да, конфеты, которые я вам показывала. Она говорит, нету, все съели. И я... купила какие-то другие. Вот она получила. Как они называются? Сейчас я одену очки. Я говорю, ну давай мне этих 200 грамм посмотрим. Gold. Gold. А что там за второе словечко? Gold Star, что ли? Второе слово закручено совершенно. Где-то она раскручивается. И что тут внутри? Стар, точно стар. И снизу еще написано топ. Вот такая красивая этикетка. А кто их выпускает? Боровка. Деревня Боровка какая-то. Белорусские наши конфеты. И тоже она вот такая, девчонки, тоже такая вот красивенькая. С сердечком посерединке. Вот как те тип-топы. Но что внутри, не знаю. Честно говоря, мне не очень хочется ее сейчас кусать, потому что я себе разогрела борщ, и я хочу кушать. Я когда поем, буду пить кофе, я вам потом обязательно ее разрежу и покажу. Они вот тоже вот сверху есть с красненькой полосочкой, есть с желтенькой. Ну, вот так вот я сходила, прогулялась. Все, теперь я уже буду дома. Люда написала, что я уже пришла домой, можешь ко мне приходить. Не знаю, соберется она сегодня или нет, потому что вчера она говорила тоже, никуда, говорит, не пойду по такой погоде. Вчера так заметала, что это вообще
Вообще ужас. А снегу сколько насыпало. Было уже так хорошо. Так было сухенько. Так было чистенько. А теперь опять вода. Не перейти через дорогу. Прямо ручьи, речки текут. Все, девочки, буду я кушать. И я пообедала. Я поела борщика, который вчера сварила. Салат я не стала делать, потому что я сыта. Не хочу. Я хочу только чашечку кофе. Кофе я сварила, чтобы он не убежал. Вот. Черненький-черненький получился. Вот. Это пью кофе, который мне еще Инна Мулаев присылала. Вот. И сейчас я вам покажу, какая что с конфета внутри. Так, она выпала. Выпала из бумажки в мешочек. Так. Очень похожая. Сверху вот такое вот белое. Кстати, я вот те второй раз, когда покупала, там было больше по видлам. Вероятно, это был какой-то другой завоз, но было написано тоже тип-топ. Здесь нету. По видлам вообще нет, видите? Шоколад. И внутри вот такая вот желтенькая. Нет, там что-то есть, но чуть-чуть. Повидло вот одна капелька. Или это не повидло даже. Ну, в общем, конфета вкусная. Тоже очень вкусная. Оказывается, и в Беларуси могут делать такие вкусные конфеты. Вот. Интересно, они разные. Из-за рисуночка. Желтенький, красненький. Тут какой-то серебристый. Полосочки разные. Вкусные очень конфеты. Ну вот. Вот таких у меня прошло полдня. Салат мне уже делать, честно говоря, не хочется. Я подожду, когда мне захочется кушать. Потом я его и сделаю. А сейчас я, наверное, пойду и отдохну, посмотрю, что у меня за книжки. Очень уж хочется мне скорее их распаковать, посмотреть. Но не почитать, потому что надо закончить одну, ту, которую не дочитала. Все как-то некогда, все какие-то дела. То снег почистить, то постирать, то видео сделать. Так что не читается мне как-то очень быстро. Быстро я не умею читать. У меня все читается так, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот. Ладно, девочки, буду пить кофеек с конфетками. Ну, куда ты полез, наркоман? Как только я достаю себе таблетку выпить, так шмяк тут, как тут. Ему надо обязательно нюхать эти таблетки. Вы видите, что делаете? Шмяк, уходи отсюда! Куда ты залез? А ну, слазь! Слазь быстренько отсюда! Шмяк! Шмяченька! Ну-ка, слазь! Ну-ка, слазь, нечистая ты сила! Ты что, с ума сошел? Нельзя в таблетки лазить. Вы видите, как ему нравится запах от таблеток? А? Наркоман ты! Ты наркоман? Что ты на меня так смотришь, а? Что ты на меня так смотришь, зайка мой? Шмяка, ну чего ты ушел от меня? Чего ты ушел? Чего, обиделся? Обиделся, что печенки не дала? Да? Ишь ты какой! Ишь ты какой, давай тебе только печенку, да? Ты уже теперь и пакетиков не хочешь? Шмяча. А, шмяча. Ага, да. Дай лапку. Дай мне лапку. Вот, молодец. Гладить надо тебя. Тебя надо гладить. Ага, надо гладить. Дай лапку. Дай лапку.